Братья и сестры, на прошлой неделе мы совершали поездку по Вологодской области. Посещали наших братьев, сестер, посещали церкви, группы, миссионерские семьи. Знакомые места, воспоминания прожитого, пережитого. Приятно осознавать, братья и сестры, что в этой тьме неверия, где так много оккультного, невежественного, Бог зажег свои светильники. Братья и сестры наши собираются, прославляют Бога в этой тьме неверия. Что сейчас на сегодняшний день в твоем сердце? Горит ли твой светильник, который однажды Господь зажег в твоем сердце? Проверь свое сердце, проверь свое состояние. Готов ли ты ко встрече с Богом? И я все снова вижу в этом чудо, что ты средь многотысячного люда меня заметил, спас и в дом свой вел. Я радуюсь всему, что во Христе.